Тут везде уши. Израиль в сущий ад наш дворец превратился. Цимберяга, ты что? Что я сделал такого? А ты не знаешь. Юлюаге навязываешься. Уже кровать и тюфяк перенес. Посели еще на кухне. И прикармливай медом и сливки его. Да ты что, Цимберяга? Так вот от чего горит и такой хаос. Никто не работает, как я вижу. Целый день занимаются полковней. Да, без конца, как женщины. А все стоит, дела не делаются. Вся бесстыжая душа, перебейся у меня. Госпожи очень довольна моей службой. Аллах всемогущий, да защитит ее от глаза злых людей. Аминь. Храни меня, всемогущая дурного глаза. Хватит болтать. Теперь иди. Гранд Султан пришла спрашивать тебя. Иди к своей главной госпоже. Так бы сказал ты. Где ты был? На Москве. Гранд Султан заказал мне купить ей кое-что. Ой, соврал. Ходил наверняка по своим делам. На себя бы ты посмотрел. По своим делам всегда уходишь. И никому ничего не говоришь. У меня есть важные обязанности, видит Аллах. У меня они тоже важные, видит Аллах. Пошел отсюда. И ты мне мешаешь. Уйди. Язык у тебя без костей. Постоянно ты что-то болтаешь. Чего ты опять пришел? Говори уже, больше мне не попадайся. Аллах.